Всем привет! А вот и снова мы, я и Гарри Поттер и тайная комната. Куда же мы без неё? Итак, как было обещано, мы сегодня играем в квиддич, а только потом идем в комнату бобов. Ну, типа, чтобы подольше там поторчать и так далее. Hey, Harry, так. Want to trade? We buy... What do you have? I have a Nimbus 2001. The best model available to the general public. Так, сейчас посмотрим, что хватит. То возьмем. You are most discerning shopper, Harry. Sorry, old friend. I'm out of stock right now. Come back later. Hey, Harry, want to trade? We have the best values in Hogwarts. What do you have? I have Quidditch armor, just like the Chudley cannons wear. Ну, хватит. I'm sure you'll be happy with your purchase, Harry. Sorry, Harry, I haven't got anything to sell you at the moment. Так. Правда, мне кажется, Алло, мы как раз идем. Так. У нас, в принципе, все открыто. Как раз сейчас все сделаем. It's a great day for a Quidditch match. There's nothing like the age-old Quidditch rivals you find here at Hogwarts. Rain or shine, day or night. Horcrux on the pitch or ghouls in the stands. Nothing keeps the crowds away from a Quidditch match. The pitch is ready, the quaffles are polished. The bludgers are humming, let's play Quidditch. The snitch is in play. Поехали. Мы против Хаффлпаффа. Хватите. Давай, хватай. Есть. Ура! Первая разница, чё, 40 очков, да, получилось? Нормально. Неплохо. Да, 40. Теперь играем с Ravenclaw. It's a great day for a Quidditch match. Rain or shine, day or night. Poor clumps on the pitch or ghouls in the stands. Nothing keeps the crowds away from a Quidditch match. The pitch is ready, the quaffles are polished. The bludgers are humming, let's play Quidditch! Дёрганый, конечно. Look at Potter go! He's after the snitch! Уходите, женщина. Свои подбивают. Слышите? Давай, 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 чуть-чуть осталось. Где? Есть. О, 60 очков. This is
Lee Jordan, signing off. Ну, теперь пойдем против Слизерина. It's a great day for a Quidditch match. Rain or shine, day or night. Ball clumps on the pitch or ghouls in the stands. Nothing keeps the crowds away from a Quidditch match. The pitch is ready, the quaffles are polished. The bludgers are humming, let's play Quidditch. Here comes the Gryffindor seeker. Уходите, Малфой. Что за шум на трибунах? Не поняла я. Да уходи, 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 уходи. Это в одну розу играем. Где? Есть. Ну, 40, ну, хоть что-то. Не всегда же по 60 очков выигрывает, верно? Так, ну и теперь, что тут, отборочные или как это называется? Вряд ли тут есть отборочные, ну, типа, наверное, по сезонам. И сезонные игры, не знаю как. А, у нас снова Hufflepuff. И я, наверное, пропущу заставку. Ибо потому что могу. Слышь, скотина, усни там. Давай. Это было не вовремя. Есть. Ну, тоже 40. Ну, ладно. Да хорошая женщина, уходи. Что ты меня-то бьешь? Я тебя бью. Ладно. Это слишком грубо, конечно. Ау! Еще всякие тут кофлы летают. Какого фига? Да ты что? Ты что так быстро-то очнулась? Уходи! Женщина! Да отодвинься ты уже! Я поймать за тебя не могу. Давай. Блин, вот я за тебя целых 20 очков просрала.
какого вот черта, а? Ну ладно. В сравнении с тем, что будет сейчас, это еще будет для цветочки. Да. Ну а теперь нас ожидает матч, который, в общем-то, был показан в фильме и описан в книге, да. Где он? Что за фигня? Типа, чего сейчас еще нельзя? Ну, в общем-то, у нас 1006 очков. В принципе, времени хватит, поэтому можно без проблем сходить сейчас. Опять дети за территорией школы. Что вообще происходит, да? If I get petrified, I hope it isn't into an awkward position. Ну да, конечно. Here's the entrance hall. Ну тогда сейчас сразу пойдем и заберем свои шикарные бобы. Что ждете, да? Hello, everyone. Looks like it's time for another house point ceremony. Let's see which house is ahead this week. Oh, it appears that Gryffindor is in the lead. Harry, it looks like you get to visit the bonus bean room. Ура! Вот так куда намного веселее и интереснее. Ну и плюс времени будет больше, чтобы осмотреть все это. Потому что же здесь не только типа вот так вокруг, там еще в башню можно залезть. Что мы, в общем-то, сейчас и сделаем. Бамс, блин. Опять-таки обидно, что второй раз бежишь уже по пустому месту. Сломо. Они, конечно же, сняли это все сломо. Немножко раздражает делать круги постоянно. А он еще там остались. Ну, он... Это не критично. У нас тут не челлендж, кто соберет все бобы. Лететь задом вперед, ну, в принципе, нет ничего невозможного, да? Как говорится. Ну,
Квесты вроде все собрали. Остались только... В сундуках мы, как обычно, по традиции. Нет! Не успею, все. Да, не успела. Так, ну и на этом мы закончим. В следующий раз мы пойдем в туалет, и потом у нас будет запретный лес. Да, все, если я не ошибаюсь. Все, всем большое спасибо за внимание. Увидимся в следующих видео. Пока-пока.